Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Человек с таким именем в основном попросту тратит свою энергию на бездушные дела, которые, как показывает практика, не приносят разумного результата. Все свои неприятности спускаются на смех и игривость. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Число 3 является управляющим звеном для людей с этим именем, родившихся 3, 12, 21 или 30 числа каждого месяца. Но оно приобретает особо для тех, кто родился в периоды максимального влияния Юпитера. Это промежуток с 19 февраля по 20-27 марта и с 21 ноября по 27 декабря. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Ярко-розовый или лиловый цвет благоприятен для людей с этим именем, но в меньшей степени, чем розовато-лиловый, фиолетовый или пурпурный. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.